Пошли следующим. Побудно зверем. 136. Активка шикарная, правда, от ХП синяя. 9 КВГ. Куе ДЗ. Это будет очень забавно с моей пассивкой стартовой. Это будет очень забавно с моей активкой стартовой. По активке с моей пассивкой. ХП тратить неохота, можно бомбу. Очень не хочу ХП тратить, но надо брать. О, oh, I didn't even open casino. No amp. So I have no idea. Because no one said to me anything. But maybe it will work. А, да, там куки, кстати, было, да. Мара печеньку выиграла в прошлом ране. Это тоже, наверное, правда. Это тоже, возможно, правда. Короче, Мара выиграла в прошлый ран. Монтезумы, наверное, не было все же. Тут тоже бомбы нет. Блин, я так не хочу по шипам ходить, камон. Это очень больно. Так, ХП нет. Найс. Все. Ох, дрестать-то будем, боже мой. Дальше чем видим. Ох, сейчас пойдет гейминг. Вот это сейчас, конечно, пойдет гейминг. О, да. О, да. О, да. Паразитный Монтезумыч. Это он. Это он. Yeah, I think I didn't do it. No, it was actually one person won, but it was previous run. Was a cookie, so I guess casino worked. Hopefully. Так, это хорошо, только у меня нет красных хп, да, никаких. Жаль. Надо найти красных хп. Делать, конечно, косяного можно, но это, по-моему, не стоит того, блядь! Ну вот теперь я уже проебал просто костяного. Естественно. Ладно, похуй. Видимо, стоило. Не отреагировал, что тут же потеряю Бунхард. Думал, выживу. Я сильно пытаюсь агрессивно играть Монтезумы, поэтому... Ладно. Understandable. Как говорится. Это мне не надо. Это хорошая муха. Удобная. Так, ну это пока что явно ангелы. ХП вообще нет никакого на дьявола. Даже если найду ХП со сделки, с босса. Это все еще будет мало, наверное, чтобы идти над дьяволом. Эх. Ну, стрется здорово, на самом деле. Мощно, мощно. Ладно, зайду все же. Лучше бы не ходил.
Лучше бы не ходил. Что-то в магазине есть интересное или нет? Ластик. Ластик не поможет. Ладно, что дальше? Ждем красное ХП, потому что блюбиков на синем делать на такое себе удовольствие. Не очень. Что еще смешно синергирует с Монтезумой? Честно, кроме паразита особо ничего и не помню. Прям так же смешно было. Но там, возможно, есть энергия из крики с бади, есть, наверное. Но там все же не так, думаю, весело. Ну вот да, типа крикет тоже, наверное, работает. Зеркало работает с Монтезумой? Вообще, может быть. Ну, что-то не помню, как это работает. Но может быть, может быть. В принципе, такое тоже может быть. Суп. Хоть у суп. Можно. Но без синих получается, да? Ладно. Хуя. Я и не так могу крутить. Я могу еще и сильнее. Не могу. Тут не получилось. Пояс. Бля, пояс хорош. Ааа! Бэктреки. Ну, типа, у меня хп мало, и тут керса прямо рядом. Здесь того стоит. Уже того стоило. Уже того стоило, окей. Так, блёбики. Блёбиков нельзя кидать, потому что блёбики, они рано или поздно, скорее всего, пойдут в ход. Рано или поздно мы с ними начнем дела мутить. Тупо нужно одно красное хп. Серьезно? Проехали. Нихуя мне не нужно. Ладно, я ничего не говорил. Прощайте, блёбики, будем, видимо, что-то другое ролить. Может, реально не будет ни одного красного хп в ране. Сука. А вот и красное хп нашли. А вот и оно. Это красное хп. Вполне себе красное. С одного гриба. Как всегда, с одного гриба. Надо просто найти правильный гриб. Это все потому, что мне сейчас грибы лишние привезли домой. Вот эти сюда пришли грибы. Мне первый раз за 3 года по ошибке чей-то заказ привезли, походу. Только, правда, грибы одни. Которые мне даже не особо нужны. Пока оставлю, может, заберут потом. Но вряд ли, наверное, кто-то будет этим париться. Вкусные. Шампиньоны обычные. Это может быть проблемой. Это может быть проблемой. Бля, я так не хочу билд ролить. У меня билд будет, по идее, сильный. Ладно, это будет практика Айзек Харта на зверя. Кликер у меня D4 встроенный. Мне не нужен кликер. Я могу билд заролить. В любой момент. Я только Сбермаркетом пользуюсь, не знаю. А так сейчас вроде много всяких доставок. Самокат и вроде Яндекса, по-моему, тоже там уже давно доставляет. Не думаю, что это чем-то сильно отличается. Это нет. Не проплачено. Сбермаркет хуйня из-под коня. Никому не советую, поэтому... Пока не заплатили. Потом, может, посоветую.
Не, активка не заролится. Активка останется. Не, это не такое питание. Просто продукт. Вот такие тоже штуки у нас есть, по-моему. Доставки типа готовой еды. Ну, таким не пользовался. Мне кажется, в этом смысла мало. А нахер я еще взрываю? Это скотч бессмертия, а по-моему скотч на сердце не работает. Так что навряд ли. Но мне кажется, пока неплохо. Пока неплохо. Просто на звере, блин, сердце такая хуйня. Я опять буду страдать. Или можно будет проверить, кстати, как там в плане моего сейф-спота, который я нашел. Как там с сердцем. Я думаю, никак, наверное. Жалко, что я это раньше не проверял. Сейчас будем прямо на стриме это проверять, видимо. Это такая себе идея. Типа, если я встану в углу, вот тут, да? Буду еще ходить влево, да? Наоборот, вправо, вернее. Но вообще-то оно вроде там прям стоит. Прям в углу. Возможно, и нормально будет, кстати. Возможно, это сработает, кстати. Это очень многие проблемы решит, если там также можно заныкаться сердцем. Может, тебе просто похуй будет на осколки в одной фазе, а может и в обоих фазах. Правда, осколки надо чем-то еще убивать будут. Правда, есть тоже одно, но... У меня билд вроде не прям мега мощный, чтобы осколки уничтожать быстро. Ну, можно будет попробовать. В принципе, если буду урон получать, я сразу билд заролю, скорее всего. Кстати, Brain Worm тоже, говорят, работает, да? На Монтезуму. Да. Работает, окей. Неплохо. Judgment. Не осколки, а сталагмиты. Нёрд и моут. Вот опять. Это уже работает на червя. BFF. Буду байтить, даже я это оставил сердце до конца рана. Прям байтит. Не, ну без гриба это, конечно, было бы не так весело. Кирскап. Это поздняя лопата. Слишком поздняя. Ну, даже если будет Левиафан, мне кажется, он не прям уж нужен. Не буду даже его трогать, наверное. Можно здесь оставить, наверное. Все валяется. Так, фулл карт. Он же стоит ран да быстро получается. Прикольно. Ран реально быстрый. Репа проще
СБ+, сравнение с СБ+. Я бы их не стал вообще сравнивать. Либо в чем-то конкретном. И донстрики в сундук, наверное, в репе стали легче. И то, наверное. В целом игра легче стать никак не может, потому что в ней контента в 5 раз больше. Это уже по умолчанию усложнение. Хоть как. Плюс всякие телосты, телозари, ты якобы. Приколов много новых добавили. Игра стала более честной. Точно. Так что частично, возможно, стало и чуть легче из-за этого. Ну, АБ плюс баланс был абсолютно конченый. Так, фулл карта есть. В смысле, в прямом. Смешно. Кетс, нихуя не изменилось. Репа ломается легче АБ+. В репе еще больше инструментов для ломки, чем в Afterbirth Plus. Но там сменилось то, что убрали всякие мини-босс-румы узкие, босс-румы узкие убрали, и в целом начало стало гораздо легче в репе, чем в Afterbirth Plus. Тебя больше хотя бы не ебут с суперпрайдом в первой руме. Что происходило в каждом иденстрике по 100 раз. Когда у тебя 1 хп старт, 19 тирей, 2.5 дэмэдж, и у тебя супер прайд с тремя блоками синими еще. Это была абсолютная тупость. Блин, билд просто охуенный. Я так не хочу его ролить. Ну, может, кстати, не буду. А, серьезно, еще и так много. Еще смешнее. Ломка стала сложнее только для детей, которые просто не умеют ломать игру. У которых ломка была, типа, это найти две скидки и, блядь, ресток. И это была, типа, вершина ломки для них. Для тех, кто игру умеет ломать, наоборот, игра стала легче. Репа, а не сложнее. Потому что в ломку стало прийти еще проще, чем раньше. У тебя еще добавили миллион новых инструментов, как, типа, ломать игру. Еще легче все это... сделали, а не сложнее. Сердце, по идее, не проблема, да. По идее, нормально. Бомбы, да, уже похуй. Дамакл, думаю, работает так же, как и без сердца. Я не думаю, там какие-то отличия есть. Он тебя все еще убьет, скорее всего, сердцем. Сомневаюсь, что там какая-то уникальная синергия есть сердце с мечом. Звучит крайне маловероятно. Звучит слишком маловероятно. Блин, ну и ран. Какой же прикол. Давай. Да, господи. Бог не почувствовал. Капец, там молнии. Просто с ума сойти. Ну, мне кажется, здесь даже... если буду урон получать, то все равно зверь умрет быстро.
там было хп, можно было вернуться, наверное. Ну, ладно. Я сильно лечу. Фига себе, мощные песни пошли сегодня. Но неправильная версия. На С1 можно паролить золотую, на С1. Окей. Возможно. Возможно. Если я найду ее. Здесь на подороге будет. Ёпта, все же попали. Правда, можно. Не, я все же оставлю ровно, в таких случаях. Вдруг там реально прям меня выебут. Кто его знает. Чтоб не было хотя бы ролл экстренный. Если вообще там с сердцем дело не пойдет. Ну, не думаю. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. У меня очень мало практики на сердце, на зверя. В этом проблема, потому что там довольно странный файт для сердца все равно. В любом случае. Ты где нахуй заспавнился, уёбок? Что это, блядь, за хуйня? Какого хуя он там появился вообще? Ну, только из-за этого я, может, буду бить ролики, у меня уже хп не остается. Даже дойти проблема до зверя. Посмотрим. Так, 9 хп. Как же все, блядь, разлетается на этот кал. Турбо. Этот парень дает костяные хп. Чисто в теории. Нет, по сливке еще ни разу не били ракетой. Там очень маленький шанс, что вряд ли мы это увидим еще в этой жизни. Там примерно как Генри, по-моему, найти шанс. Ну, чуть чаще, наверное, потому что ты сливку чаще видишь, чем Генри. Ну, суть одна, типа там однотычная вес у события этого, что не очень много. Ладно, понятно. Не, это я брать не хочу. В чем речь? Там у сливки есть анимация смерти, где по ней бьют ракетой. Это было в Дейрике мемном. Была такая хуйня. Это было в мемделике, но они забыли сделать так, чтобы это в игру не прошло. В итоге это было в игре, типа, вне делика. И потом они решили, типа, в игре оставить, но сделать ультрамаленький шанс для этого события, в общем. Капец на грани. А, все-таки выиграли. Ну вот, блядь, что-то я уже сосу. Кстати, у меня не будет заряда. Чтоб это... Угу. Чё-то, походу, зря я не стал рулить сердце. Да, зря. Ну ладно, что-то не похилит, видишь. Это, конечно, ебанутый нахуй айтем для этого файта. Просто поносный. Просто поносный айтем. Я буду ролить билд, пока у меня будет возможность, наверное. Там нахуй просто неудобно играть. Хотя зверь даже легче, по идее, чем дома. Ебаная фаза с этими ебаными лучами, такой понос ебаный. Там вообще нахуй места нет. Парашу доджить.
Откуда? А, с мешка, наверное. Окей. Где хз? Дамажит меня эта хуйня? Типа сердце. Ядовитая хуета. Не знаю. Я думаю, до зверя дойдем, если на звере будет проблема, то я зарулю билд. И там будут траблы. В принципе, всадник, по-моему, только дес, по-моему, сложный. Немного, и то вроде не особо, потому что там можно тупо стоять в стороне. Чилить. Думаю, так и сделаю. Так, за 4 поставил. Ну да, сможет тупо чилить. Так, не едь ко мне, куда ты подъехал. Так близко. Успею его убить, успел. И в принципе, тупо стоим и кайфуем, или нет? Вопрос. Кайфуем? Ну, или кайфуем. Ну да, нормально. Тут тоже это работает, с сердцем тоже эта хуйня работает. Весом хоминг жесткий. Бог, что я не вижу полностью этот. Полностью не вижу заряд Монтезумы. Да, это метод, это сейф спот. Можно всегда пользоваться. Лол, я даже успел перестроиться, успел, офигеть. Просто идеально. Здорово. Пароль? Ну сейчас пароль, когда файл закончится. Там DSS action смешной был. Ну окей. Забавно. Ну догма была ужасная. На догме что-то я вообще расклеился. Какой же мерзотный файт. Там вторая фата такая конченая с сердцем. Просто ебанись. 136...